Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового комплекса административных зданий Генеральной прокуратуры. В комплексе размещены 6 управлений и научно-образовательный центр. Установлено необходимое техническое оборудование, отвечающее современным требованиям. Главе государства были продемонстрированы автомобили с передвижными лабораториями криминалистики. Стоит отметить, что такие автомобили среди стран СНГ имеются только в Азербайджане. Также президент Азербайджана ознакомился с историком мемориальной галереей. Галерея создана в административном здании комплекса и посвящена 44-дневной Отечественной войне. В ней собраны вещественные доказательства террористических актов, совершенных армянской армией против мирного населения в Кенджи, Тартари и Берде во время Отечественной войны.